Ну, здравствуй, Лопуховатый. В этом году, можно сказать, первый раз я здесь. В общем, тут эти были потопы. Низинка там потоплена. Хоть и уровень воды упал, но, блин, перейти тут будет в некоторых местах невозможно. Тропы пока не вижу вообще. Туда, то есть, иду. Вот, тропы нет. Хочу на зеленый стан, а потом уже на стоянку никеля. Так, подсек тропу. И сейчас буду следовать по ней. Другого не дано. О, блин. Можно и голову потерять. Это сегодня душновато. Вот. И поздновато я выбрался. Где-то сейчас 7:15. Ну ничего, иду. Куда только. Сейчас буду ориентироваться. Прохожу ненавистную ежевику. Мне охота сейчас переодеваться. Есть у меня спортивки, но уже иду как иду. Комары просто звездец. Просто обзейшн какой-то. О, орех. Прикольно. Так, со весной тут была вода. Эта тропинка, она обычно идет нормально. Без всяких поваленных деревьев. Тут же и трава растет. Но вот сейчас пока так. Тут была вода. Все, понял, это с внутреннего залива протока. Ясно, понятно, бля, чуть не ёбнулся, ёбнулся. Где-то тут можно перейти вот туда. Расследовать. Уже тут и переходили. Сейчас тут протоком заходим. По идее, мне туда. Слушай, я вышел на первую стоянку. Понятное дело, что тут ничего не заливало. Получается, образовалось несколько островов, видать, когда все это заливало. Ну, так иду, гуляю. Решил на зеленый стан не идти. Ну, сейчас я закружился, и там это пролив. Эти комары с толку сбивающие, в общем. Там полный жопешник. Вот тропа идет. На внутреннем заливе байдарочников видел, ну, не знаю. Фух, душновато сейчас. Зарядило, блин. Духотой. Много людей. Я не знаю. Даже дети какие-то. Сюда? Так, вот тут уже начались станы. Понятно. Ну, это ж не Ника следующий, по-моему. Да, там, да, ближе. Так, скорый пляж, и там тоже я видел вроде палатки. Надо как-то тут переспустить дух. Место-то классное, но... Первая палатка под дубками. Посмотрим. Встретился с Колей. Ну, в общем, как он просил и не снимать, там и не снимал. Так что, возвращаясь на большую землю, путь предстоит довольно-таки близкий, но ответственный, учитывая комаров. До новых встреч. Пока.